Да, прощай, немытая Россия. Как мы все плохо живем. Все, развал везде, да? Поехали, посмотрим. Москва, Питер. Так, до Москвы 604 км остановились. Вот в ближайшем сортире. Плитка. Нержавейка. Мыло. Дайсон. Очень плохо же. Не помыться. Ничего. Конечно, плохо. Где толчки с дырками? Где? Парковочных мест, я не знаю. Для инвалидов. Мусор. Сиделки. Там где-то это самое будет. 5G там. Ужас. 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 Просто дорога ужасная. Ужасная. Ямы, все. Всего лишь 130 нужно ехать. Ограничение. Кошмар. Кошмар. Стоянки вот такие. Каждые 20 километров только. А заправки раз 50. А я с телефоном. Ай, тя-тяй. Да. Все хреново. Все плохо. Не чтим предков. Ужасные дороги. Нет религии. Просто трасса. Поэтому всем, кто не любит нашего деда Володю, пошли вы в жопу.